Я понимал, что грядет новая революция. Идея состояла в том, что все пойдет наперекосяк. Но музыка все же победит. 1971 год. Я не думаю, что музыка была отражением времени. Или что музыка влияла на время. 1971 был очень бурным годом. В политике, в обществе, в музыке. Мне кажется, музыка отражает состояние, в котором находится общество. Все эти группы сочиняли песни, посвященные протестам и войне во Вьетнаме. Это был наш язык. Я хочу петь о том, о чем мало кто говорит. 71-й год был ознаменован революционным самосознанием. Мы оказались под воздействием потрясающей музыки, которую все сочиняли. Музыка выражала все, что мы видели и чувствовали. Мы пережили все, что с нами происходило, и стали еще сильнее. Похоже, мне нести этот крест. Я посланник. Мы думали, что музыка способна изменить мир. Невозможно по-настоящему придумать что-то новое, если не создать новую музыку. Любовь под девизом «Мир и цветы» давно ушла в прошлое. Я не был солдатом, я был музыкантом. И постоянно думал, как я могу помочь изменить положение своей музыкой. Власть народу! Я считаю, мы больше никогда не увидим такого творческого взрыва в музыке. Это были не просто музыканты, они были культурными иконами. Нам удалось добиться чего-то, и раз мы добились этого, добьемся и большего. Он бросил вызов этому, и произошли перемены. Музыка была не просто саундтреком. Она была гораздо большей.